Приведище, это мой малыш. Он находится на моем плоту. Я нахожусь на острове, который усыпан домами на колесах. И вот эта птица меня вообще бесит. Она белая? Это альпинос, что ли? Ну-ка, подлети поближе. А, это чайка, извиняюсь, и не то. Смотри, реально, он белый. Сейчас вон там он. А, это курица, твою налево. Ты только глянь на этого красавца, наконец-то я тебя поймал. Давай-ка я тебе напомню, что мы на этом острове ищем. Здорово, цыпа. Цыпа-дрипа. В прошлой серии мы нашли часть зиплайна и часть зарядного устройства. Все это нам каким-то образом поможет на этом острове. Цыпа, ты не хочешь ко мне на лодку? У меня там подружка твоя есть. О, зарядное устройство. Еще одна деталь. Шикарно. И записка. Давай почитаем. Журнал приключений Детта. Папа говорит, нам пора отчаливать. Маме становится хуже. Я слышал, как этот чужак, Улов, выкрикивал приказы. А еще я видел, как они загоняли гиен в клетки. Санджей помогает отцепить плоты от скал. Я спрашивал доктора Хенрика про маму. Он сам выглядит больным. Сказал мне держаться подальше от свиней и Улова. Санджей говорит, он напуган. Санджей умный. То есть, если держаться подальше от свиней... Свиньи какой-то, может быть, грипп свиной переносили или что? И люди заразились этой болезнью и не смогли вылечиться? Нужно больше информации. Моя любимая белоснежная птичка караулит меня. Эта чертова птица белоснежка меня напрягает. Еще одна деталь зарядного устройства и огромный ящик. Ух, сколько полезного. Где эта птица? Пора бы ей уже на отдых отправиться. Ой-ой-ой, а где ты? Почему я тебя не видел? Ты такая бесшумная. Натягиваю тетиву в надежде поймать птичку. Смотри вон туда, вон она роется где. Камушки себе выкапывает. Засранка. Мне, конечно, жить толк-то... Есть попадание. И она по мне попала. Знаешь, в чем прикол? Прикол в том, что если я ее убью, неизвестно, куда она упадет. Ага. Есть попадание, прикинь. Сбил. Сбил, и она вон там наверху застряла. Слышу, что кто-то рядышком ковыряется. Побежал смотреть, а это она. И, в принципе, она не такая большая, как прошлая. Вот он, наш красавчик. Давай поменяем голову. Я теперь белый кричащий человек. По крайней мере, теперь в меня никто не будет кидать камни. Клюв меня, конечно, раздражает, поэтому я лучше обратно медвежью бошку одену. Смотри, как я воду пью. Я просто бутылку в пасть заталкиваю. Помнишь, я несколько минут назад нашел ящик деревянный? Короче, в нем было еще и смузи. Банановый смузи. И еще и объедки, вонючие какие-то объедки, но они тоже полезны. И, конечно же, блюдо. Это у нас овощной суп. Смотри, как он пахнет. Он чем-то рамен напоминает, лапши еще не хватает. И мяса куриного. Но мой путь теперь лежит вот сюда, где флаг. Надеюсь, что вот этот мостик не развалится. И как мне теперь залезть? Ага. Я внутри. Курица, ты до сих пор сам... Курица, представляешь, оттуда за мной пришла. Ручная. Точно ручная. Есть куча записок про отца, про всякие истории, про Хилмана. В общем, читать я это не буду, потому что важное только в этой записке. А это какой-то купол. Невероятный купол. Это, по всей видимости, лодки, которые к этому куполу подплывают. Тут инструменты. Требуется 3 детали для зиплайна. А у меня сколько? Подождите минуточку, сколько у меня деталей? А у меня всего 1. Ну что ж, надо искать. А пока что я прочитаю записку. Обращение к крафтерам, 17 мая, 5 черновик. Почему вы, как вы думаете, почему я, Улов Вилкстром, покинул погрязший в пороках город? Потому что там рабочий класс не пускали на борт. Я был возмущен. Получается, элита переживает апокалипсис, а остальные нет? Мы должны силой заставить их делиться своим богатством. Пауза для аплодисментов. И кто же их заставит? Правильно, величайшие рафтеры Нового Южного моря. Вы захватите Тангароа. Верните себе будущее. Что такое Тангароа? Возможно, это какой-то остров или огромный плот. Кто ж его поймет? Я только сейчас понял, что вот это вот за Улов Вилкстром. Это тот Улов, который управлял большой яхтой, если ты помнишь. Вот его записки, Улов Вилкстром.
И он постоянно возмущался, что капитан жалуется на выбранный им курс. То есть Улов Вилкстром сам был богачом, вроде бы как. Это была его яхта. А в последней записке он выступает против богачей. Пока что ничего не понятно. По всей видимости, он утратил свою власть, когда приплыл вот сюда, на этот остров. А еще я, знаешь, что вспомнил? То, что Улов на этой яхте выводил универсальных крыс-солдат. А вот и флаг. На самой высокой возвышенности. Это самая высокая точка, я так полагаю. Здесь есть у нас бенгальские огни, свечи и вырванные листы, приклеенные к столбу из журналов и газет. Чё-то пить захотелось. Пора смузи отведать. О, чудесное смузи. Сколько оно чего мне там дало? Ну, ни черта ж себе, почти всю жажду восстановил. Это хорошечно. Можно еще супца отведать. Давай-ка сбахнем. Ну-ка. Ого, и суп тоже почти весь голод утолил. Пойдем искать оставшиеся детали зиплайна. Я уверен, что на той стороне они будут. Какой матерый мостик. Очень опасный. Видно, что тут уже кто-то падал с него туда вниз. Пчелки, пчелки, пчелки. Надо поймать их. Медведь, лови пчел. Это же твоя работа, это твои хобби. Пчелы, мед, все дела. Да что ж такое-то? Надо куда-то повыше забраться. Давай на камень. Там еще и соты есть. Лови! Елки. Лови! Наконец-то! 5 штук поймал. Вот это тоже собирай. Соты нам нужны. О, здесь еще и грязь. А я, по-моему, с собой... Ну да, я лопату с собой не брал. А это что такое? Мусорка местная? Пойдем-ка пошаримся, посмотрим. Есть записка. Взрывчатый порошок. Требуется 1 штука. Давай почитаем. Я уверен, что в записке есть информация, как использовать вот эту штуку. Журнал экспериментов Дета попытка 733. Ого, сколько попыток. Или это просто номер? Папа помог мне со сваркой для ракеты, а Санджей принес фейерверки, чтобы ее запустить. Папе пришлось извиняться перед всеми за взрыв. Не понимаю, это же просто пробный запуск. Было бы из-за чего волноваться. Если бы Санджей не помог мне потушить пожар, у меня бы забрали все инструменты. Молодец, Санджей, помощник. Подожди, этот мелкаш делал ракету? Может быть, это сигнальная штука? Ну, типа, знаешь, сигнальная ракета? Но она очень здоровая. Ух, надо найти взрывчатый порошок. И будет веселуха. Еще записочка. Научный журнал Дета «Дело о чудовищах». В городе появился чужой, какой-то Улов. Папа ходит на его собрание, детей туда не пускает. Зато ночью Санджей помог мне пробраться на корабль чужака. Я подумал, там может быть лекарство для мамы. Но у Улова на борту одни клетки. В клетках большие крысы и огромная гиена. Они такие злющие. Санджей нашел записи, где говорится о кормежке и дрессировке этой личной армии. Санджей считает, что Улов злодей. Я, наверное, согласен. Опачки! Получается, Улов вначале заплыл на этот остров, а потом поплыл и застрял на том мелководье, где уже мы нашли яхту. Вон оно что. А гиен он, скорее всего, использовал как корм для этих крыс. Это немножечко мрачновато, но я не думаю, что гиен он тоже дрессировал. Спустился с гор на сушу, и тут куча вывесок. Видимо, внизу и наверху были какие-то небольшие рынки, ну и мастерские. А теперь все это превратилось просто в рухлядь. Люди действительно пытались здесь сделать небольшой городок. Вот, например, вывеска, что тут продавались какие-то запчасти. Вот эту башню, на которой флаг в итоге стоит, построили из контейнеров. Ух ты, а это у нас что такое? Идет она куда-то глубоко под воду. Тут есть записка. И это, по всей видимости, выглядит как насос. Давай почитаем. «Меня зовут Санджей. Похоже, у меня неприятности. Дета собрал акваланг из велосипеда и старого шлема от скафандра. Дета повесил на костюм грузы, чтобы спуститься глубже, но перестарался. Я качаю ему воздух с помощью велосипеда, и если уйду, он задохнется. Если меня посадят, вот доказательство моей невиновности». Научный журнал Дета «Подводные сокровища». Санджей убежал в слезах, когда меня вытащили. Никакого профессионализма. В воде много мусора, но я ничего не смог достать. Жалко. Папа запретил мне проводить эксперименты. Думаю, на самом деле он
злится из-за того, что мама заболела. Доктор Хенрик говорит, ничего страшного, значит, все в порядке. Ну нифига себе, они аквалангисты. Получается, что там чего-то есть. Но смогу ли я туда доплыть? Может, пузырики будут как-то мне восстанавливать кислород? Не, не восстанавливают. Ого-го. По всей видимости, мне нужен кислородный баллон. Видишь, в пасти у медведя пластиковая бутылка. Но это не просто так. Это мой новый кислородный баллон. Я его за ночь застряпал. Короче, вот так вот он выглядит. Все довольно серьезно. Еще бы надо было ласты. Но с ними есть сложности. Нужны водоросли, которые мне лень собирать. Ну шо, давай рискнем и посмотрим, что же там на глубине. Ты видишь это? Я вроде как под водой, но у меня здесь идет дождь. Че, на поверхности дожди напалил, да? Ага. И под водой тоже. Короче, я думал, что вот этот шланг идет к вон той бандуриной, но нет. И он идет не туда, он идет еще глубже. И мне нужно опасаться вот этой штуки. Готово! Она не взорвалась. Фух, она не взорвалась. С нее мы сейчас соберем взрывчатый клей, который нам понадобится для взрывчатого порошка. А я напоминаю, что порошок нам нужен для того, чтобы запустить фейерверк. Ну, ракету в космос. О, так здесь, оказывается, воздушный карман. Прикольненько это все, прикольненько. Спускаемся еще глубже. Мишкино подводное плавание. Знаешь, что я думаю? Я думаю, что у меня даже кислородного баллона не хватит. Потому что мы спускаемся все ниже и ниже. О, минуточку. А это что за здание такое? Тут есть воздушный карман, точно. Поднаберем тогда кислородику. Слушай, я уже так глубоко спустился. И я ничего пока не нашел, кроме вот этих злющих пучеглазых рыбок. По крайней мере, пороха хоть наделаю. Смотри-ка, что нашел. Это же ящик с инструментами. Как он глубоко завалился. Там еще и крюк есть. Но долго мне еще спускаться. Смотри, кажется, вот этот шланг идет именно в этот... Получено достижение. Исследователь дна. Короче, мне нужно было найти этот контейнер. Там что-то очень важное для нас. Сейчас я с пучеглазкой разберусь, которая охраняла его. Мне так нравится, как у нее глаза крутятся, когда она подыхает и вспучивается. Ну, что же у нас тут? Опля! Кажется, там для зиплайна детальки. Чертеж металлоискателя? Ха! Я металлоискатель. О, и деталь для зиплайна. Ну, круто. И ключ от лазарета. Я на эту рыбу потратил все патроны. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кстати, я под водой могу пить воду? О, реально, я могу пить воду. Но я траванулся, это рыбеха бомбанула своими газовыми потрохами. Для обеда нет запрета. Когда ты голоден, надо покушать. Блин, даже не верится, что мы так глубоко сплавали. Я даже не представляю, как это я такой неподготовленный, и меня не расплющило давление внизу. Пришел за грязью. А то что, зря за лопатой, что ли, бегал? Чертов дождь. Мне тут нужно порох намутить. А он идет. Закидываем клей и пойдем спать. Че, еще идет, что ли? Блин, ничего не поменялось вообще. Но, по крайней мере, это не помешало изготовиться порошку. И что же это у нас за металлоискатель такой? А? Надо бы его замутить. Ну, чертеж нам больше не нужен, поэтому можно его выкинуть. Обычная батарейка, хлам и пластик. Изи. У меня тут две использованных батарейки, плюс куча пластика и хламья. Делаем. Вау. Я теперь убер-крутой медвежонок. С крутым гаджетом. Давай ищи. Ну тут ничего, конечно, нету. А что мы вообще ищем? Я, короче, знаю, что я буду искать металлоискателем. Старые монетки и золотые цепочки. Давай-ка мы с тобой вот эту поляночку проверим. О, я был прав, что-то тут где-то есть. Металлодетектор-то, смотри, как ищет-то хорошо. Дистанция у него огонь просто. Опа, вот здесь. Где-то моя лопата. Ёлки-палки.
Я клад нашел. Обосраться можно. Чемодан с деньгами, походу. Давай посмотрим. Титановая руда. Ядрич колотить, это же редкость. Из нее можно выплавить титановый слиток. Ну, спасибо. А есть что-нибудь еще тут? Да, где-то что-то есть. Иду. Вау! Давай выкапывать. Сейф! Ёлки-макарёнки! Вот это я наткнулся, так наткнулся. На пиратские приключения. Открываем сейф. Там тоже титановая руда и 3 штуки целых. Я богат! Больше металлоискатель ничего не находит тут. Ну и фиг с ним. Я пойду лучше фейерверк запущу. Ого-го! Так, а куда? Ёлки, а там что-то... Где бинокль мой? Что это? Куда оно падает? Я вначале подумал, что это человек, но нет. Там какой-то робот. Они что, робототехникой занимались? Или как? А пацан-то мелкий, молодец, такую ракету сделал. Жалко, он ее не запустил. Хочу пить. Бахнем за этот, за ракету можно и выпить. Туда, в принципе, можно добраться. Я сейчас это попробую реализовать. А, ноги себе отбил. Ты думал, я тебе не найду ящичек? А я же все видел оттуда сверху. Там даже посылочка какая-то есть. Ну-ка. Коврик. Нашел какой-то коврик. А тут, кстати, нет ничего ценного. Металлоискатель. Не показывает. И я подобрался почти к роботу. Что это аккумулятор у тебя или что? Поднять. Теперь вы можете изучить фейерверк. Угу. Деталь для зиплайна. Юху, 3-я. Теперь я могу сделать зипчик. Зипчик-дрипчик. Единственное, мне теперь наверх никак не залезть. Придется все это обходить и по-новому залазить. А-а-а. Опаньки, прикинь. Где-то здесь что-то есть ценное. Че, под водой, что ли? Мажористый медведь под водой и с металлоискателем. Ищет сокровище. Короче, где-то вон там наверху что-то есть. Давай представим, что я на мотике, типа, вот так. Дрын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Это не металлоискатель, это мой дрынчик. На электротяге. Я притащил детальё. Делайте мне зиплайн. Блок для зиплайна. Теперь вы можете изучить зиплайн. Ёлки, я думал, мне его сделают, как бы, ну, дадут. А мне его еще и смастерить нужно. Вот отстой. Ну что, как это уже вошло в традиции, изучаем чертежи. Что там у нас? Фигня какая-то, это тоже фигня. А, неважно, выкидываем все. Это выкинуть. Мне лень читать. Я же медведь. Тут уже столько барахла плавает. Вот же я засранец. Значит, блок для зиплайна изучаем. Сам зиплайн изучаем. И фейерверки тоже изучаем. И еще мне нужно титанчик переплавить. Чтобы его изучить. Как он круто смотрится-то. Ну а пока я жду чудо переплавления, давай посмотрим, что нужно для зиплайна. О, фейерверки есть тут у нас, да? Значит, взрывчатый порошок, доска и пластик. Так давай сделаем. Давай сделаем фейерверк. Сейчас же ночь. 10 штук. Ёлки-моталки. Сейчас. Запустим. И сделаем красоту. Ну-ка. Огонь! У-ху-ху! Красота! Давай еще один пусканем. Поехали! Зачет. Переплавился наш титановый слиток вот в такую белую кашицу. Пойдем его и теперь засунем в мой рабочий стол. Вот он, белоснежный, такой красивый. И наконец-то изучим. Я все изучил на данный момент. Я всезнайка, великий знающий медведь. Вот он, блок зиплайна. Для него нужно всего-то ничего. А, погоди. У меня вот блок зиплайна. Ёлки-моталки, мне его дали. А я проморгал его в своем рюкзаке. Вот же ж я шлепошарый-то. А это что? Майор Том. А не лучший астронавт, но и не худший. Это игрушка, что ли? Дай-ка я его посажу куда-нибудь здесь. Вот так вот. Ага. Майорчик, у него даже рация есть. Красава. Мне теперь есть с кем пообщаться. Майор, я хочу посоветоваться с вами по поводу свиданий. Меня тут одна самка в прошлой серии хотела загрызть. Я ей, видите ли, не понравился. Зипланчик сюда закину. И в следующем ролике мы будем на нем кататься.
А на сегодня это все. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк и подписаться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих крутых роликов про медведя, плавающего на плоту, и, возможно, другие ролики. Так что до встречи. Увидимся в следующем видео.